Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня 20 июля, пятница, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания апостола Павла к римлянам, глава 13, стихи с 1 по 10. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч, он Божий слуга». Отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из-за страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подите, подать и платите, ибо они Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не укради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого» и все другие заключаются в всем слове. Люби ближнего твоего, как самого себя. Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами читаем послание апостола Павла к римлянам. И в этом послании есть очень важные слова. В них говорится об отношении христианина к власти. Первый стих нам говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». И здесь, конечно же, нужно сказать, что перевод синодального периода не совсем точный. Потому что во времена синодального периода церковь не была совсем свободной. Она находилась в зависимости от оберпрокурора Святейшего Правительствующего Синода, и цензура государственная не позволяла очень многого. И поэтому при условии наличия царской власти в государстве, надо помнить, что перевод синодальный делался в середине XIX века, и поэтому и было переведено «нет власти не от Бога», дабы лишний раз не навлекать беды на переводчиков, потому что и так этот перевод синодальный с трудом был продавлен, то есть начало его было положено, но в любой момент все могло сорваться, поэтому лишний раз против власти никто не шел. Но на самом деле в 13 главе 1 стихе сказано: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не под Богом». Тогда как у нас стоит «не от Бога». Переводчики предусмотрительно перевели предлог «хиппо» греческий, не «под», а «от». И существующие же власти от Бога установлены. Таким образом, на самом деле здесь апостол Павел полемизирует, и, казалось бы, очень благодушный и очень правильный текст, который учит христианина на самом деле, и сейчас учит и назидает христианина быть покорным властям, тогда был очень революционным в свое время, потому что во времена того, как писалось это послание, римский император, надо помнить, что это времена как раз-таки перед императором Нейроном, римский император был олицетворением живого Бога на земле.
И тут апостол Павел говорит: нет власти не под Богом. Тем самым это было некая даже политическая крамола в свое время, во времена апостола Павла. И он здесь полемизирует с этим представлением римского народа, что существует много богов, и их император – это живой Бог, воплощение живого Бога. Но для христиан есть только один Бог, и это Господь Иисус Христос, через который мы познаем полноту Божества, Святую Троицу. Существующие же власти от Бога установлены. Таким образом, римский император всего лишь человек, и это Господь повелевает римским императором, а не римский император есть Господь. «Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Посему противящиеся власти противятся Божию по установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. И уже коль скоро все по промыслу Божию так случилось, и этот император стал Богом, вернее, прошу прощения, этот император стал во главе государства римского, то христиане должны быть лояльны государственной власти. Действительно, христиане всегда были лучшими гражданами Римской империи. Но единственный их был грех в том, по отношению к власти, что они не почитали римского императора за Бога, и это считалось государственной изменой. Поэтому и были такие ожесточенные гонения, не периодически возникали на христиан эти гонения. И вот дальше идет текст о том, что действительно христиане должны и просто обязаны быть законопослушными гражданами на земле. Но прежде всего апостол Павел сделает свой акцент о том, что главный закон, который должны исполнять христиане, это закон любви. И данный отрывок и венчается этим эмоциональным призывом апостола Павла. «Ибо заповеди «не прелюбодействуй, не убивай, не укради» и все другие заключаются в всем слове: «Люби ближнего твоего, как самого себя». Любовь не делает ближнему зла. Итак, любовь есть исполнение закона. Истинное, единственное исполнение закона, закона государственного и закона заповедей – это любовь к ближнему. К этому сводит апостол Павел жизнь всякого христианина в любом государстве. «Не ищи и не спровергай, но люби». Научись любить в любых условиях и стремиться к этому. И будь законопослушным гражданином в любое время и во всяком государстве. Апостол Павел и Церковь всегда призывала к лояльности к правящей элите, к правящему строю. Поэтому христиане всегда молились и во времена гонений молились, и во времена благоденствия молились за ту власть, которая стоит у руля корабля государства, какое бы государство это ни было. И это христианская позиция. Нужно вспомнить святителя Николая Японского, который во время русско-японской войны сказал своей пастве, которая состояла из японцев, из христиан православных Японии, он сказал им, что «я не могу вам запретить молиться за победу вашего оружия». Сам же ушел в затвор и молился о государстве российском. Поэтому мы должны своей молитвой укреплять положение церкви в нашем государстве – и также молиться за государство, какое бы оно ни было, где бы вы ни находились, молитесь за то государство, в котором вы находитесь. Это принцип христианской жизни. Да, мы, христиане, находимся вне политики и не занимаемся политикой, но мы молимся за то, чтобы о государстве, о стране, ну, в данном случае нашей державе российской, что о властях и воинстве ее, чтобы нам пожить в благоденствии и всякой чистоте, чтобы наш покой и спокойствие не нарушили никакие внешние и внутренние нестроения и враги. Поэтому будем молиться, дорогие братья и сестры, и будем помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Господу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч!
Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земле, яко взяться велик.